Тут все кажет. Twitch тоже работает. Здорово, Антон, Саймон, Краска, Евгеша. Добрый день. Света, Мерсенари. Все здесь. Сонный кот тоже здесь. Это значит что? Значит, можно начинать, собственно. Аня тоже здесь. Это на крышу ты сотри, бля. Блин, что гранат не взяла? Сейчас погоди, раскроем. Двое, да. Один где дверь, второй склад. Одного убил, который... А, ты минус? Да, у него голос распопал. Блин. Ну ему как-то сильно повезло тут, потому что хлебушки те еще. Да, пешка, 762. Зато с нормальным. Ну там хлебцы как бы эти, воронцовские. Такие вот примерно. Да, второй этаж железа. Перепрыгивает. Сейчас подниматься будет. Идешь? Двое. Прям под нами, короче. Это не он, как будто бы. Вообще какой-то левый чел. Дверь закрыл. Слева здесь, что ли? Прочитано. Мне показалось, тот на втором еще должен быть. Кресло от BMW стоит 150к. Да можно машину себе купить, я думаю. Хотя одно кресло от BMW. Кстати, вот тоже интересный вопрос. На компьютерном кресле от BMW есть зеркала заднего вида? Или они тоже решили забить на это? И пойдем на выход уже. Пацанчики с этого пришли, походу. С АГС-ки. И с чем у нас Ксюха? Алинский еж. А, ну тут брать нечего, да? Саша, сколько у тебя на Сашке эргономики выходило, не помнишь? Аня, кем приходится? Аня. Чё? Вопрос от чата. Кем тебе Аня приходится, девушка или жена? Я сказал, что теща, нормально? А чё тогда не бабушка? Ну тебе срано, что-то бабушке, тебе только 45, куда тебе? Ну блин, ну теща это прям обидно на самом деле. У меня на втором! Чувак, блин, убил меня! Как ты тут оказался? На втором, короче, той комнате, где я решала. Я не ожидала. А это первый.
Хэт. До свидания, ребятишки. Наберете, если что. Я убил их. А как он в комнате оказался вместе с решальными, что я не понял? Так, тут точно все на этот раз. Ети тут трупов-то лежит. Так, этот вот АТКМчика сдох. Это РПК. Это походу, который Аня убил. Это кто? Это Аня убила. Классные магазины с собой взял, друг. Так. Анин Скар. Бля, большущее оружие, конечно. А, ну и вот этого Петра убил заводской, да? Вот стену постреляла, реально, магазина с 20 мне только не хватило. Ты не стреляй в стену. Ну так и я немножко с неожиданностей постреляла, а чё? Классно, да, вот так вот, знаешь, говорит, не стреляй в стену, и раз берешь и не стреляешь. Ну. А так работает, короче, типа, стреляет только в голову, всегда попадает. Кто-то прыгнул, нет. Подо мной, да. В туалет запрыгнул. Туалет. Обратно выпрыгивать, что? Не знаю, отпрыгнул обратно. Нет, в туалете все так же. Трое, еще таныч, трое. Понял. Ты живая? Я на улицу вышла. Хорошо. Двое минус. Я обратно захожу. Ты в туалете? Да. Я на центральной. Он в душевых именно сидит. А ты где? В душевых тоже. Бил. Ты убивала кого-то? Да, я одного убивала. Значит, их четверо убивала. Было. Вот поэтому много и прыгало. Да. Запрыгнули в лобби, ребята, прям прямиком. Чить его как-то. Не думаю, что стоит ради этого. Как обычно. Ты сейчас он зайдет, короче, не знаю, где. Сейчас темно, короче, окна не видно. Нихрена. Начинается. Да ну хорош! Так выстрелишь, а тебе ноги буду стрелять. Блять! Вон он где оказывается. Двое. Ой, это очень хорошо. Надо броню свапнуть, как в этом. В Апексе, блин. Это возле комнат. Слева.
Па-па-пам. Так, господи. Там почти каждое попадание, у меня уже красная грудная клетка становилась. Патроны тут у них нормальные, у этих типов. Не самая, самая скучная развязка. Потом берег уже по скучноте идет. Так, свап брони. Понимаешь, что оно там закрыто облаками, но оно же должно быть видеться через облако. Странно, конечно. Блять. Да спокойно, да убил, меня за что? Убил. В смысле, это ты? Спасибо. Я по боту стреляла, спасибо. Это ты по боту стреляла? Спасибо. Убил. Я смотрю, какой-то бот как-то стреляет криво, попасть не может, думаю. Ну бот это, блин, убил. Сорян, я сейчас вынесу тебя. Похоже, да. Ну даже броню зато не задел, чисто оттик и все, блин. Спасибо. Чик. Мне полегчало. Чик, так вот и все. Еще говорят, это я тимкиллер, да? Это тимкиллер, вообще тот еще. Да, конечно, да. Спровоцировала! Спровоцировала меня! На тимкилл, блин. Hello! На бум чисто пострелял в куст, там челик сидит. Ясно, блядь. Ты кто, блин? Друг. Блять, еще один. Серьезно? Фу, я минус. У меня аж сердце чуть не остановилось, блять. Ёптать. Просто все сидят. АПшка, да, да, АПшка. Справа. В комнате сидит ЧВК, походу. Сейчас как призрак, смотрите. Шу. Шу. Hello. Hello, hello. Friendly. I kill you. Это фикс. Чего? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что лежим, друг? В
Какой-то там уровень-то. 32-й, нормальный. Ох, еще М-ка космическая. Пойдет, пойдет. И тот того, скорее всего, заспреил. Видите дырки он в стенах? То есть этот на него наткнулся, скорее всего, вот на этого чувака. А этот, мне кажется, здесь и был, потому что у него с собой ничего нет. То есть у него по луту ноль. Он вот именно здесь лежал за этой фигней. И вот так вот ждал, пока кто-нибудь на него выйдет, чтобы его убить. Ну, потому что сами смотрите, у него ничего нет. Либо он тут заспавнился, либо он пришел вот оттуда. И он ничего не лутал, он именно крысил и вот убил вот этого типа. Как бы по логике я вот такую ситуацию здесь вижу. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.